Дальше сообщаю, что ехали они долго. В мае сильно голодали. Начался тиф, и 150 умерло. Кому интересно про умерло, возвращайтесь в начало, где вопросы, там про это есть. И всего за 6 месяцев пути, это уже 6 месяцев они едут, полгода, 398 голов. Они всех по головам, как мы помним, большевики людей как скот считают по головам. 398 голов, не считая убежавших. А на место они прибыли к началу августа. Прибыли они, по всей видимости, я не знаю, в Красноярск или куда, где там Енисей. Вот когда-то давно был у нас такой царь Иван Грозный, устраивал походы на Казань. Как ты помнишь, Клим Саныч чудесно рассказывал про осаду и штурм Казани. Все желающие могут посмотреть, на сайте есть ролик. Ну и вот войска в походах на Казань, если верить историкам, прошли те же самые 800 километров от Москвы до супостатов за месяц. За месяц пешком, с обозом, с артиллерией, которую волокли лошади. Вот, понимаешь, тут это войско в месяц укладывается, а здесь вот полгода волоклись. На никчемном паровозе, в никчемных вагонах, вот все. У машиниста же не было GPS-навигатора, сбился, бедолага. Да, не знал куда. Он шел на Одессу, а вышел в Херсон, да, как матрос-железняк. Идиоты.